Вот эта миниатюрная красавица появилась в стенах Солигорского роддома 1 января 2015 года, опередив всех новорожденных. Малышку назвали редким именем Кира, что в переводе с греческого означает «госпожа-хозяйка». И это очень символично, ведь именно на правах хозяйки она первой вошла в Новый год, оказавшись в эпицентре внимания местных СМИ и властей. Ой, очень счастливо, конечно же, ждали очень сильно ребеночка. Вот. Ну, правда, не ожидали, что родим на Новый год. Всем подарок сделали. Замечательные врачи, хорошо приняли, все прекрасно. Надеюсь, это не последний ребенок. Ну, надеюсь, тоже рожать собираюсь здесь, в улучшенных условиях немножко. Ну, конечно, кровати бы тоже помягче. Рождение ребенка – это чудо, которое никогда не перестает удивлять. К этому нельзя привыкнуть даже при большом стаже работы. В такой момент всегда охватывает волнение. 2014 год для нас, в общем-то, был достаточно плодотворным, скажем так. У нас родилось больше, чем 1800 новорожденных. Вот. Ну, это, скажем так, немножечко на 30 меньше, чем в прошедшем, точнее, в 2013 году. Вот. Но обращает на себя внимание, что здоровье наших малышей значительно улучшилось. Да. У нас уменьшилось количество преждевременных родов, уменьшилось количество асфиксий. Пользуясь случаем, очень хочу поздравить весь коллектив родильного отделения, отделения новорожденных, отделения патологии беременных, гинекологическое отделение, всех-всех наших коллег, врачей, младшего, среднего персонала с наступившим Новым годом, пожелать им. Самое главное, это, конечно, здоровье и успеха в работе, конечно же, потому что так вот получается, что основную часть нашего времени мы проводим вот в наших вот этих стенах. Малышам, рожденным в 2015-м, в год козы, звезды пророчат выдающееся будущее. Они будут обладать прекрасными чертами характера, одна из которых – большая привязанность к родителям, особенно к матери.